Если вы каждое утро задаетесь одним и тем же вопросом, что же такое сделать, чтобы взбодриться и быть таким на протяжении всего дня, то у нас для вас есть решение. Отложите в сторону свои литровые чашки кофе и присоединяйтесь к нам. Лучше всего начать, конечно же, с зарядки. И сегодня фитнес-инструктор Дарья Кислицына расскажет нам о некоторых упражнениях, которые помогут вам взбодриться и быть такими на протяжении всего дня. Да, Дарья? Да. Расскажите, пожалуйста, вот что это за упражнения такие волшебные, с чего мы начнем? Это упражнения, с которыми справится абсолютно каждый, во-первых. Во-вторых, они заряжают бодростью на весь день, дают энергию. И я считаю, что необходимо попробовать. Если вы сейчас находитесь дома и вам комфортно выполнять упражнения босиком, пожалуйста, можете так же, как и я, босиком начинать приступать к упражнениям. Или как я в кроссовках. Да, начинаем. Присаживаемся на коврик. Поза называется поза лотоса, свободно скрещиваем ноги, как нам удобно. Вытягиваемся за макушкой наверх, шея длинная, плечи вниз, лопатки сводим друг к другу. Руки к солнечному сплетению, Можете даже закрыть глаза, если вам так комфортнее. Теперь делаем глубокий вдох носом. Глубокий выдох, ртом спокойно, настраиваемся на отличный день, снова вдох носом. Это точно должно взбодрить? Выдох ртом. Мне кажется, я сейчас усну. Схватились за левый локоть, за правый. Толкаем руку назад, тянем мышцы руки. А до куда она должна дотянуться? Идем дальше. Складка. Скользим по ногам вперед, затем наверх. Ручки. Снова вниз, по ногам к себе подтянуть. Еще вперед и вверх. Теперь правое колено к груди. Груди и нет, наверх. Несколько раз поработаем. Пробуем подтягивать себя к груди, ногу и наверх, так, чтобы тянула мышцы еще. Левая рука под бедром вот сюда, а правая сзади, за спиной. Есть. И стараемся плечико наверх разворачивать. Вот. Это супер. Точно взбодрить должно. Левая наверх и при этом, чтобы не падать, пяточку на пол опустить сзади. На пол. Есть. Стоим. Можно усложнять, тут все зависит от уровня подготовки. Так все сложно, очень. Попробуйте правую руку под коленом провести, а заднюю за спиной. Я прям чувствую, как мое тело взбодрилось, и я готова уже идти покорять вершины. Замечательно. Еще раз.